Друзья, конечно, очень бы хотелось, чтобы на таких праздниках незаменимым атрибутом была ваша улыбка, чтобы вы улыбались друг другу, обнимались. Сегодня только хорошая музыка, юмор, улыбки на лицах, прекраснейшая позитивная синергия, которая сегодня собрала нас для того, чтобы отметить этот праздник, который называется и именуется Новым годом! Джентльмены, аплодисменты друг другу, похлопаем! Всех тех, кого я буду приглашать на эту сцену, либо кому я буду вручать микрофон, давайте поддерживать аплодисментами, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно и не растерялся. Согласны? Давайте тогда похлопаем, и у нас первый поздравительный спич. Друзья, давайте похлопаем нашу команду! Еще кто-то не понял, перед вами биография нашего именинника, где можно узнать очень интересные факты. Кстати, читайте внимательно, потому что они в будущем нам пригодятся. Я сегодня буду дарить много подарков, так что информация из этой газетки это вам не просто так. Так что почитайте внимательно. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем с вами танцевальный видеобаттл. По классике жанра. Вы же знаете, любой баттл начинается с того, что каждая команда должна себя как-то назвать. Острые перцы против красота! Значит, ваша задача, парни, вы сейчас смотрите на экран. На экране появляется крутой танец. Я нарезал это из самых известных крутых фильмов, все это когда видели. Ваша задача. Вы посмотрели видео, и после чего вы должны воссоздать это видео прямо сейчас, на этом танцполе. Потому что вы являетесь лучшими выпускниками школы Чапкиса. Вы готовы? Да! Поехали, 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 поехали! Потому что я лично от себя хотел бы поздравить каждого из вас с прекрасным праздником, очень семейным, очень теплым. Этот праздник называется Новый год. Каждый в этот праздник понемножечку становится ребенком. Потому что это очень доброе, семейное, праздничное, рождественское настроение. МД Фэшн, я бы хотел пожелать вам, каждому из вас, чтобы вы всегда были гедонистами, чтобы вы путешествовали, чтобы вы много зарабатывали, чтобы вы много тратили, чтобы вы выбрасывали мусор с головы, чтобы вы получали кайф от этой жизни. Потому что перед каждым из вас открыты миллионы дорог. У вас есть миллионы вкусовых рецепторов. Открывайте перед собой жизнь. А с вами был я, Дима Рудой. Большое спасибо. Очередной раз МД Фэшн.